Сейчас мы находимся в центре города и пройдем по одной из самых-самых старых улиц. Это моя любимая улочка, очень тихая. Я бы даже сказала, несколько итальянская. Все домики практически все 90% отреставрированы в очень хорошем состоянии. Такой вот какой-то более южный. Архитектура. Колокольчики у нас очень красиво сделан дом. Этот очень простенький дом, по-видимому, не живой. В окнах ничего нет, окна пустые. Может быть, в состоянии ремонта. Мешает несколько. Здесь тоже дома не жилые еще, или не все жилые. Интересно. Здесь уже дом заселен. В окнах висят пасхальные украшения. Идет эта улочка в мое самое любимое место. Вот такой вот дом, полностью заброшенный, совсем не отреставрированный. Слева сейчас будет абсолютно старый. Кто-то живет на навесочке, висят. Может быть, просто используют как склад. Такой вот заброшенный дом. Заросший. Ну, здесь уже опять пошли дома отремонтированные, отреставрированные. Очень люблю эту улочку, она тихая, нет людей, нет машин, узенькая. Видно, разапленные. Очень хочется
восковая, продавленная. И вот еще одно старое здание. Здесь очень бережно относятся к старине. Сохраняют все, что выложено старинной кладкой. Реставрируют, даже куски стен оставляют. И вот мы вышли на мое любимое место. Возле музея тоже очень старинное здание. Здесь вот тоже идет реставрация. Ремонтируют. Приводят приличный вид. И это вот старинный центр, здание, в котором сейчас находится городской исторический музей. Я к своему стыду еще ни разу в нем не была. Это дорожка, по которой мы шли. И тут уже начинается более современная часть города.